Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Ведущая студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала года на дорогах Тверской области произошло более 100 ДТП по вине молодых водителей. Выросло не только число аварий по вине тех, кто управляет машиной не более 2 лет, но и тяжесть последствий. Где и как учат на вождение? Кто проверяет качество обучения в автошколах? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Александрович Михайлов. Денис, добрый день. Здравствуйте. Давайте для начала дадим определение, кто же такие молодые водители. К молодым водителям относится категория водителей, которые получили водительское удостоверение в автошколе и стаж управления не более 2 лет. Как-то определяются эти водители на дороге? Что-то должны они прикреплять на свой автомобиль, чтобы окружающие поняли: внимание, за рулем новичок. Да, в соответствии с правилами дорожного движения на транспортное средство должен быть установлен знак «молодой водитель». Это восклицательный знак, так называемый, на желтом фоне. Как-то по манере вождения, или это уже опытный глаз, может распознать что-то не то, человек недавно стал управлять машиной? Опытные водители распознают, естественно. Наверное, человек боится еще и ехать быстро, и прибавлять, и как-то неуверенность чувствуется даже в самой машине. Да. Несколько слов о статистике аварийности с участием молодых водителей. Общие цифры. На сегодняшний день на территории Тверской области за 2020 год произошло 112 ДТП, в которых 10 человек погибли и 163 получили ранения. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это число выросло или как? Да, это число возросло, количество ДТП возросло на 4, количество погибших также на 4 и пострадало больше на 13 человек. Если можно, несколько слов, опять же, статистики по количеству водителей, которые ежегодно получают права, приблизительно. Если приблизительно взять... Количество получивших или открывших новую категорию – это 11 тысяч водителей. По сравнению с общей массой водительского состава, это какая часть? Это немного. Это немного, да? Да. Теперь, наверное, обозначим, больше получают молодых водителей права на автомобили или на мототехнику. Что больше пользуется спросом? Естественно, больше всего пользуется спросом это на легковые автомобили. Если взять за 2020 год, получило порядка 9 тысяч человек. Это именно категория «Б». Это из 11 тысяч, да, вот если да, мы смотрим? Да, из 11 тысяч. Категория «А» – это мототехника. Порядка 600 человек получили. «С» – порядка 700. Остальные категории – это «Д», «СЕ», «БЕ» – там уже значительно меньше. Потому что это уже идет как профессия, можно сказать. Угу. Человек будет работать исключительно на автомобиле, и это уже, что называется, не роскошь, а средство передвижения, средство заработка. Давайте несколько слов о аварийности. Примеры аварий в областной столице, наверное, с участием молодых водителей. Где это произошло? Мы говорим относительно свежие ДТП, да? Если взять из последних, в ноябре этого года произошло 2 ДТП серьезных на Московском шоссе города Твери. В одном ДТП молодой водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, врезался в дерево и после чего съехал в кювет. В результате ДТП водитель погиб. Хотелось бы отметить, что можно было бы избежать более тяжких последствий, если бы водитель был бы пристегнут ремнем безопасности. То есть даже не был пристегнут, хотя, мне кажется, это уже априори. К сожалению, водители игнорируют это простое, прописную истину. Еще одно ДТП произошло практически в следующий день. Тоже на Московском шоссе, также молодой водитель, игнорируя
правила дорожного движения, двигался по обочине и, так сказать, играл в шашечки. И сбил пешехода на пешеходном переходе, молодого человека, 17 лет, который переходил проезжую часть в соответствии с правилами дорожного движения. По пешеходному переходу? По пешеходному переходу, да. Здесь нарушения какие вот визуально сразу бросаются в глаза вот в этой аварии конкретно? Нарушения какие? Расположение транспортного средства на проезжей части. Это, какая-то, безалаберность, безответственность самого водителя. То есть в первом случае не пристегнулся ремнем безопасности, во втором случае двигался намного быстрее потока, выезжал на обочину и игнорировал других участников дорожного движения. Может быть, такая манера характерна для начинающих водителей, такая бравада? Вот теперь у меня есть права, и мне вообще позволено все. Или все-таки люди стараются как-то держать себя в узде, те, кто управляет машиной до 2 лет? Нет, в основном те, кто получили водительское удостоверение, более внимательными являются, потому что только получили, они еще, так сказать, боятся дорожного движения. Вот. Но есть категория граждан, это уже относится не чисто к молодым водителям, которые считают, что они могут так себя вести. Это уже чисто черта характера, да, наверное, да? А относительно того, кто чаще попадает в аварии, кто более, скажем так, опасен на дороге, это молодые люди или девушки? Хотя из начинающих это могут быть и женщины, и мужчины в любом возрасте. Исходя из статистики, опять же, все-таки больше молодые люди совершают ДТП. Женщины все равно как-то более внимательнее относятся к дорожному движению. И, наверное, какая-то большая ответственность и осознание того, что тебя ждут дома, потому что эта дорога – это источник повышенной опасности. Да, совершенно верно. А какие нарушения чаще всего все-таки встречаются на дороге у начинающих водителей? Возможно, это превышение скорости, это проезд на красный сигнал светофора, это не пропускание пешеходов? Самое основное – это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Это так называемые маневры. Это нарушение правил проезда перекрестков. Это люди, особенно равнозначных дорог, либо не замечают знак «Уступи дорогу». Вот это самые такие нарушения, которые характерны для молодых водителей. Вот не замечают знак, значит, просто первый вот такой совет: нужно быть внимательнее и вспоминать все, чему тебя учили в автошколе. Просто смотри по сторонам. Да, здесь еще, скорее всего, сказывается наличие опыта. Просто уже опытный водитель, он смотрит это, даже не задумываясь об этом. А здесь молодой водитель еще думает, как мне повернуть, как мне уступить дорогу, и зачастую пропускает какие-то нюансы и может не заметить знак, либо не заметить транспортное средство, приближающееся справа. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. Мой собеседник – заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Михайлов. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня говорим о молодых водителях. Денис Александрович, несколько слов о том, кто имеет право на получение водительского удостоверения. На получение водительского удостоверения имеют право граждане, достигшие определенного возраста. Для каждой категории он установлен свой. Также иностранные граждане могут получить водительское удостоверение. А с какого возраста вообще возможно это? Учиться уже, начинать обучение можно с 16 лет. Это учиться, но не получать права. А получить водительское удостоверение на категорию БЦ можно с 18 лет. На категорию Д с 21 года. На категорию А, если легкий мотоцикл, это категория А1, до 120 кубов, можно с 16 лет получить. А на категорию уже А, чисто категория А, тяжелый, мощный мотоцикл, с 18 лет.
Угу. А есть ли какой-либо предел, возрастной предел? Вот, допустим, человек в 60 или в 70 лет уже не может получить права, или такого не существует? Ну, в Российской Федерации эта норма не закреплена. В некоторых странах есть даже и ставят, насколько я знаю, знаки. У нас это ограничено только медицинскими противопоказаниями. То есть, если у человека есть медицинские противопоказания, он, соответственно, не может быть допущен к управлению транспортными средствами. То есть перечень всех болезней, можно ознакомиться с этим перечнем и посмотреть, насколько ты способен управлять автомобилем. Да, можно, ну, можно просто пройти комиссию медицинскую, которая даст заключение, может гражданин управлять транспортным средством или ему противопоказано это делать. Да, вот, кстати, нередко на дорогах, вот, когда уже произошло дорожно-транспортное происшествие, мы выезжаем и видим, что за рулем находился почтенного возраста человек, у которого просто, просто что-то случилось с сердцем, или ему просто стало плохо. То есть здесь так же, как и, может быть, и молодым водителям, людям такого возраста тоже нужно быть предельно внимательными. Да, совершенно верно. Угу. Есть ли такие люди, ну, просто вот характер человека, или так человек устроил, такой вот родился, которым просто не дано управлять ни автомобилем, ни мотоциклом, но не понимает, не срабатывают, возможно, какие-то реакции, не понимает, какой свет горит, может быть, он дальтоник, да? Что, наверное, тоже запрещено при вождении. Да, есть такие, но в основном эти граждане, так сказать, отсеиваются на этапе прохождения обучения в автошколе. То есть они сами должны понимать, или им уже так намекают? Ну, они сами уже понимают, что у них не получается. И они даже, некоторые не идут уже на экзамен. Потому что, ну, а смысл? Смысла нет. Он когда сел за руль, да, вот этого учебного автомобиля, он понял, что что-то не так уже, да? Да, да. То есть он не воспринимает советы учителя, да, педагога. Он сам не ориентируется на дороге. И это, конечно, опасность номер один, наверное. Да, совершенно верно. Что необходимо для получения прав? Давайте еще раз напомним радиослушателям. Это учеба, экзамен, какие-то документы. Да, для получения водительского удостоверения нужно пройти обучение в автошколе. Список автошкол есть на сайте госавтоинспекции, можно с ним ознакомиться. И также медицинское заключение, как мы уже ранее говорили, ну и госпошлину оплатить. И сдать экзамен в госавтоинспекции. Учат сейчас сколько, каков вот такой временной промежуток? Несколько месяцев, несколько недель? Это все зависит от автошколы. У них есть примерные программы обучения. То есть, если это крупная автошкола, там много преподавателей, много транспортных средств, то они могут довольно-таки быстро отучить. Если, естественно, автошкола небольшая, то этот период может, ну, растянуться. То есть здесь скорость обучения не влияет на качество? Нет, там они, ну, должны пройти определенный, так сказать, программа. Программу, да. А эту программу можно и в 2 недели, а можно и в месяц, да, уложить. Да, да, да. Насколько интенсивно будет работать автошкола? Что вы посоветуете людям, которые собираются получить права, на что обратить внимание при выборе автошколы? Мы не будем сейчас называть ни название этих автошкол, пускай все решают сами. Прежде всего, критерии выбора. Ну, прежде всего, критерий выбора – это наличие действующего заключения госавтоинспекции. Наличие действующего заключения можно проверить, как я уже ранее говорил, на сайте госавтоинспекции в разделе «Автошколы». Там можно и выбрать и автошколу, и на какие категории можно посмотреть, они осуществляют обучение, адрес. Опять же, исходя из этого, по адресу можно выбрать, которая находится, допустим, ближе либо к месту жительства, либо к месту работы, чтобы удобно было. Ну и как критерий могу сказать, это как у нас бывает. Кто-то учился и сказал, вот я был в этой автошколе у такого-то инструктора, и мне очень понравилось. Так называемое сарафанное радио. Да, сарафанное радио. Вот. И как многие прислушиваются и идут уже вот в ту школу, которая уже заработала репутацию, так сказать. Ага. А если что-то человека не устраивает в работе автошколы, по его мнению, допускаются нарушения, какие-то права ущемляются, куда он на эту автошколу может пожаловаться? Куда звонить? Ну, в зависимости от
того, какое нарушение, гражданин может пожаловаться как в Роспотребнадзор, это также в Министерство образования, в Госавтоинспекцию и, естественно, ну, в прокуратуру. Еще раз, какие документы необходимо иметь при себе для получения водительского удостоверения? Это исключительно паспорт гражданина Российской Федерации или вы говорили, что могут обучаться иностранцы? Да, также иностранные граждане могут обучаться. Никаких ограничений для этого нет. Проходят точно так же обучение, сдают экзамен, получают водительское удостоверение Российской Федерации. Можно ли, минуя школу, автошколу, сразу прийти на экзамен в ГИБДД? Вообще есть такие случаи или этого делать нельзя? Что называется, человек дома готовился и где-то тренировался? Ну, знаете, очень давно, даже не вспомню в каких годах, была так называемая самоподготовка в госавтоинспекции. И на категорию мотоцикл, легковой автомобиль, насколько я помню, можно было сдать экзамены в порядке самоподготовки. То есть это ты дома готовишься и приходишь, на экзамен сдаешь. А в настоящее время данная норма отменена полностью. То есть только обучение в автошколе. Без данного документа, вот свидетельства об окончании обучения, экзамен госавтоинспекция не принимает. Угу. На что, по-вашему, вот сейчас, давайте еще раз сделаем акцент, на что необходимо обращать внимание молодым водителям, тем более сейчас погодные условия не самые хорошие, зима, да, часто гололед, как вести себя на дороге? Быть внимательным зимой особенно, смотреть на дорожные условия, потому что некоторые водители молодые учатся в период, так сказать, в летний, и когда сталкиваются с гололедом на дороге, они начинают вести себя неправильно, не чувствуют автомобиль. Поэтому в данный период необходимо снижать скорость, не надо никуда спешить, быть внимательнее, исключить лишние маневры. Ну и, естественно, транспортное средство готовить к этому периоду, ставить соответствующую резину. То есть мы еще раз напоминаем о резине, да, что это очень аварийно опасно, если сейчас зимний период стоит летняя резина. Да, совершенно верно. Если человек не сдал первый раз экзамен, да, можно ли прийти повторно пересдавать экзамен в случае неудачи? Да, совершенно верно. Можно повторно пересдавать. И этот период, то есть если человек один раз не сдал экзамен, через 7 дней он может прийти и пересдать этот экзамен. Через 7 дней? Через 7 дней, да. Потом еще раз, то есть 3 раза 7 дней, по истечению вот 3 попыток уже период увеличивается до 30 дней. Ага, потом один раз в месяц, да? Потом один раз в месяц. И сколько можно так ходить? Много. Много раз. То есть вот пока не сдаст. Если он чувствует, опять же таки, в себе силы, что он горазд водить, да? Да. И за это время можно где-то подучиться, можно ли прийти, или это уже частным образом можно нанимать инструктора, чтобы его где-то подлатали, его знания? Да, совершенно верно. Можно также обратиться в автошколу, ему дополнительные занятия проведут по вождению. Для начинающих водителей есть какие-либо ограничения? На дороге или... ну, а где еще? Да, есть ограничения. Установлены они правилами дорожного движения, но это уже, как мы ранее говорили, обязательно установка знака «начинающий водитель». Это восклицательный знак на желтом фоне. Также запрещено перевозить пассажира, управляя мотоциклом, и запрещено буксировать транспортные средства. Это целый ряд ограничений. Ваш вот такой вот практический совет, как человека с опытом, как помочь себе, может быть, молодому водителю перебороть стресс? Вот человек первый раз выходит на оживленную трассу или на городскую дорогу. Что делать? Глаза разбегаются. Как себя вести? Чисто психологически. Ну, чисто психологически не стараться
как-то показать себя, что я вот умею водить. Да, он видит, что кто-то едет, кто-то его обгоняет. Да, ах, ты меня обогнал, то он говорит, я тебя тоже. Да. Не поддаваться вот провокациям других водителей. То есть вести себя естественно, чтобы самому было комфортно управлять транспортным средством. Когда уже будет больше опыта, уже можно будет... Ну, когда можно будет уже, что называется, увереннее себя чувствовать, да, на дороге, во всяком случае, совершать какие-то маневры. Но это, опять же таки, приходит исключительно с опытом, и ты сам это почувствуешь, что ты можешь это делать. Или надо постоянно тренироваться? Ну да, это опыт вождения. Без опыта ничего не получится в этой ситуации. Кстати, какие жизненные дорожные ситуации отрабатываются в автошколе? Это и езда по городу, это какие-то маневры, что там, как, чему учат? Да, учат, естественно, на закрытой площадке. Учат, это самый сложный элемент, это горка, это трогание на подъем. Змейка, парковка. Все элементы, которые будут в дальнейшем применяться вами, ну, в процессе управления транспортным средством. Точно так же во дворе надо припарковаться, где-нибудь под горку стронуться, где-то что-то объехать. То есть это изначально на площадке отрабатывается. А потом уже выезжается в город, ну и в реальных дорожных условиях это уже отрабатывается. То есть город, используются все городские дороги, все районы областной столицы, да? Да, совершенно верно. Кстати, у нас есть какие-либо вот такие вот участки в Твери, где наиболее сложно это сделать, наиболее сложно пройти экзамен? Ну, это, наверное, самые такие вот насыщенные транспортом артерии. Ну, я бы не сказал. У нас есть утвержденные маршруты для сдачи экзаменов. А, то есть маршруты утверждены все, да? То есть абы куда уже учебная машина не заедет? Нет, абы куда не заедет, поэтому они все едут по учебному маршруту, и он проходит практически через весь город. Итак, у нас экзамен сдан. Все те задания, которые стояли перед молодым водителем, выполнены, да, человек получает права, человек выходит на дорогу. Зависит здесь, кстати, на какой машине он выходит, или это иномарка, или отечественная, новая, уже пожившая машина, и какое время года, когда человек первый раз выходит на дорогу за рулем. Ну, естественно, каждый фактор влияет. И какое транспортное средство, и какая погода, и само состояние водителя, готовности к этому. Поэтому нужно быть просто готовым и уверенным в себе. Итак, еще раз. К чему нужно быть готовым молодому водителю, чего нужно опасаться, чего избегать? Ну, в первую очередь, молодым водителям необходимо исключить вождение в ночное время суток. Потому что риск столкновения в темное время суток в 3 раза выше. Также ограничить количество пассажиров перевозимых. Что молодой водитель, нужно быть внимательным. Пассажиры зачастую отвлекают от вождения. Также исключить, естественно, пользование различными гаджетами при управлении транспортного средства. Естественно, соблюдать скоростной режим, потому что скоростной режим приводит к тяжким последствиям в ДТП. Пользование ремнями безопасности в обязательном порядке. Это прописано, ну, обязательно. Вот как вы приводили пример, да, аварии, которая произошла недавно. Вот почему-то водитель, это, наверное, какая-то излишняя самоуверенность, что ли, что со мной ничего не случится. Ведь это же уже необходимо каждому, да, как утром зубы почистить. Многие водители просто специально это не делают, что я умею водить, зачем я это буду делать? Но есть реальная статистика, которая показывает, что именно ремень безопасности спасает жизнь. Да, совершенно верно. И здесь, вы можете быть уверены в себе, но вы не уверены в другом участнике дорожного движения. Поэтому надо обезопасить прежде всего себя. Также, что хотелось посоветовать, естественно, исключить алкоголь, наркотические вещества, управление транспортным средством в таком состоянии. Это прописная истина. Думаю, здесь нечего даже объяснять. И также соблюдать рядность движения, так называемые шашки. Не надо перестраиваться излишне. Заняли свою полосу, едьте спокойно, в общем потоке, с определенной скоростью. Здесь важно никуда особо не торопиться, да, даже если время поджимает, потому что это все выльется боком. Да, совершенно верно. Ну и самый главный совет
Это, можно сказать, не только относится к молодым водителям, но и к другим участникам дорожного движения. Быть вежливым как к себе, так и к другим участникам дорожного движения. Если вы будете вежливым, то также будут относиться и к вам на дороге. Это то, к чему мы призываем последние, наверное, лет 10, да, приучаем водителей к вежливости на дороге. Но, кстати, уже очень многие перестроились, да? Это и относится и к тому, чтобы быть осторожным при подъезде к пешеходной зебре, да, пропускать пешеходов и быть внимательнее друг к другу. И еще от вас небольшой совет пешеходам, тем более сейчас темно на улице. Как себя вести при переходе дороги? Ну, при переходе дороги, естественно, у нас пешеходы думают, что если это пешеходный переход, то водители, естественно, должны им уступить дорогу. Но пешеходам надо все равно быть внимательней, посмотреть обязательно налево, направо, приближается ли транспортное средство, убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Если на дороге, допустим, два ряда для движения, две полосы для движения в одном направлении, первая машина остановилась, не надо сразу идти. Потому что во втором ряду может ехать водитель, который, ну, игнорирует правила дорожного движения и едет прямо. Вот в основном в таких ситуациях и происходят наезды на пешеходов. Нужно немножко приостановиться, посмотреть второй ряд, есть ли транспортное средство или нет там. Если вам уже уступают, вы точно в этом уверены, переходить проезжую часть. Также это в основном относится к молодым людям. Перед пешеходным переходом капюшон, наушники и слушают музыку, не смотрят на дорогу. Точно так же. Быть внимательным. И еще раз напомним, что все-таки на дороге автомобиль – это источник повышенной опасности. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня в студии работала Ирина Чекунова. В гостях у меня был заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Михайлов. Спасибо, будьте здоровы и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Движение. До свидания. Движение.